Гостей праздника, посвященного Дню социального работника, встречала выставка творческих работ. Детей Филимонковского дома-интерната, взрослые Островского тоже представили свои произведения и, конечно же, посетители Центра Вера. Прекрасные работы прикладного искусства, выполненные в разных техниках, это долгий, кропотливый труд самого исполнителя и, конечно же, социального работника. У нас все дети, кто к нам поступает, начинают работы плести из бисера. Это очень развивает моторику. Даже дети, которых тяжело им еще разговаривать, но они уже руками просто делают чудеса. Очень благодарна социальным работникам, которые каждому найдут подход, каждому сделают приятное, каждого успокоят, каждому сделают то, что у него настроение поднимет. Так что спасибо им за их очень тяжелый труд. Это большое важное дело. И пожелаю им и терпения, здоровья, и мудрости, и жизненных таких позиций хороших. И действительно работать во благо нашей социальной службы и наших граждан. В сфере социальной службы Ленинского района трудится около 650 специалистов, которые обслуживают более 26 тысяч человек льготных категорий. От профессионализма этих людей зависит качество жизни нуждающихся в помощи. Это очень сложный путь, который вы выбрали. Путь милосердия, путь, который можно сравнить почти что с путем Христа. Я абсолютно уверен, что это сравнение вполне уместно, когда мы говорим именно о социальной помощи. Многие представители социальных учреждений Ленинского района в этот день были награждены подарками и цветами, почетными грамотами и благодарственными письмами. Много лет я уже работаю соцработником и действительно вижу плоды своего труда. И действительно вижу, как я нужна людям, как и помогаю им, и обеспечиваю им всем необходимым. И вижу их улыбки, радость. И когда они меня обнимают, целуют, и когда слезы, благодарные слезы на их глазах, это самая большая радость. Это больше, чем награда. Приятным подарком и радостью для всех пришедших на праздник Дня социального работника было выступление детей. Мир держится на сострадании, а не на жалости пустой. Все успеешь, не спеши посчитать раз, два, три. Танцуют все! Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».